Будьте внимательны. Пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелого пластика, резины в кабине, появление дыма из-под капота – все это факторы, предшествующие загоранию и пожару. При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену или порошок в направлении от края к центру очага. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его, желательно сбоку, палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином. Это крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать возгорание, отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны не должно быть людей. В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них, или откатите их в сторону с помощью прохожих и водителей.